Всем привет, YouTube, привет. Вот заехала в гости машинка. Чуть-чуть с градиком, как мы видим. С небольшим, легким. Но дело не в этом. Для удобства работаю так с багажником. Придумал вот такое раскрепление. Во-первых, чтобы он туда-сюда не лозился. Вот тут есть выступ на капоте. Ложим как раз на мягкое. Вот так фиксируем нижнюю часть. Но номер я закрыл, потому что не все это любят. И здесь вот на такую мягкую резину, здесь получается у нас вот пальцы пролазят. И в принципе вот можно за капот таскать. Так что кому-то пригодится. Почему? Потому что вот в такой плоскости лучше работать, чем когда вот так капот домиком стоит у нас и создает нам неудобство. Ну вот, а уже по работе с этим капотом это будет отдельное видео. Так что вот так хочу поделиться. Конечно, профи все знают, все умеют. Вот, но кому-то, возможно, вот такой вариант понравится. Вот, пригодится. Так что вот так, вот такой вот маленький вот. В таком варианте гораздо проще работать, я думаю, будет и виднее. Ну, то, что ты не поотмечал, это мелочи. Вот так, как бы, садимся и работаем. Вот в таком формате. Гораздо проще. А то, когда он домиком стоит, неудобно. Но, опять же, повторюсь, что берем за ушко капота и двигается вся конструкция, никто никуда не убегает. Вот такая вот небольшая придумочка получилась. Все у нас видно. Это у нас Hyundai Solaris. Посмотрим еще. Белого Соляриса мы не делали. Посмотрим, как он себя поведет.